Это уже, какой по счету, третий экспедиционный, это мой магнитик, третий экспедиционный аукцион. Первый проходил в городе Красноярске, когда я продавал все, что было в Умысике. Второй проходил в городе Норильске, когда я продавал все, что осталось после якутской экспедиции. А сейчас третий. Народ только собирается, посмотрим, что будет дальше. Лот номер два. Набор посуды, она не одноразовая, но пластмассовая. Там сдача есть, да? Нет. Набор для бадминтона, две ракетки и валанчик. Начальная цена рубль. Ни разу не пригодилась, к сожалению. Не знаю, почему. Сильный ветер. Этнография – это изучение того, как живет народ. Вот он ест сосиску и забивает пиво. Это этнография. Там его много. Написано, что 20, наверное. Начальная цена 10 рублей. 20, 30, 40. Какая этнография? Понятия не имею, но я тебя поздравляю. Это совокупность всех произведенных данным этносом. И культуру. Я не могу говорить. У него украли вино, он не может говорить. Этнография? Ну это какая-то такая чудная наука, прям чудная, замечательная. О народах, скорее всего, астраханских чудных народов. С больших сад, скорее всего, даже. По времени культурных ценностей, этнических норм. Наука, изучающая этнос, наверное. Я так думаю. Хотя у каждого свое понимание может быть. Это тема Тёмы. Я сначала выпью, потом буду разговаривать уже. Этнография – наука, изучающая особенности народа. Я не знаю, как это сказать правильно. Это такая розовая дудка. Наука народов. Ну, это круче, чем порнография. Это этнос. Хрен узнает. Ну, не порнография точно. Этнография – это когда все плывут до Астрахани, а дальше проводят аукцион и едут домой. Знаю, конечно, да, о народах наука. Порнография. А, точно. Да, кстати, с этнографией. Ну-ка, сфоткай меня. Я видео сейчас снимаю. Нет, сфоткай меня. Сфоткай. Скажи, что такое этнография. Я уже не помню. Это наука о культуре, о национальности, о быте различного народа и так далее. В общем, о татарах. Ну, сфоткай. Убери.